Сейчас вам покажу. Банка меда. Это вторая. Я у девчонки заказывала в инсте. Разговор не об этом. Вчера мой ребенок прочитал нам целую лекцию о вреде сахара. Причем она не то, что там навязывала. У нас вообще нет такого. Семье навязать друг другу какую-то историю. Она поделилась своими переживаниями. Почему она больше не ест сахар? Она реально месяца три, наверное, просто ест все с медом. Ну, вот это вторая литровая банка меда. И пока они мне волосы эти снимали, у ребенка было время с нами поговорить. Долгая-долгая лекция была. Что делает сахар? В финале, говорит, он убивает митохондрии. Понимаете, это же